15 февраля 2014 года в 10:30 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу Выборгский район, трасса Скандинавия, 25-й километр. На месте работают оперативные все службы ГИБДД, сотрудники МЧС, Выборгского гарнизона, пожарная охрана, оперативная группа ЦУКСа, Главного управления по Ленинградской области, сотрудники скорой медицинской помощи, а также психологическая служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области. В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и есть пострадавшие. Мотивация у вас капитана или майора? Да. Я думал, майор, когда говорит, что у вас там. Кому? И все сразу. Че, он мне зеркало снес, ебаный мудак, блядь. Ну ёпта. Ну да, конечно, там зеркало царапал, специально. Че, выйдешь, что ли, со мной? Сейчас я выйду. Без штанов выйду, блядь. Че, пиздец. Чуть-чуть. Ну, лежат. Ой, да, я встал теперь. Ну, бою. Давай позвони, давай я Хабаров позвоню, скажу, блядь, Хабаров. Он сейчас приедет, если я тебя не... Ну, чё, пока приезжает, тебя заберет. Скажем, блядь, ну тут как, подожди, подожди, там машина едет, короче. Пошли, блядь. Just gonna make you sway.